все, все, значит, теперь вы нашли себя, но у вас не хватает сил для того, чтобы быть сильным в этом направлении. Вам сейчас все силы надо приложить в духовную жизнь. Надо найти святость, поставить ее перед собой по утрам, часик-полтора, молитва, работа над собой, самосовершенствование. Вы как вот просто за полгодика вот таким станете, понимаете? То есть начнет развитие, вы как личность начнете развиваться. А вот вопрос, ощущения, получается, когда вы говорите, это раскрытие, значит, если бутон, вот это ощущение бутона, это вот на уровне, скажем так, ощущения, это вот счастье, это называется, или это какое-то... Это ощущение энтузиазма, силы, решимости, знания в деятельности, которую ты совершаешь. Вы чем занимаетесь? У меня общественное питание. То есть вы что-то людям рассказываете, да? Нет, я людям кушать готов. А? Кушать готов, блин. Кушать готов. Питание. Ну, значит, вы станете вот таким вот поваром, понимаете? То есть вы станете человеком, который будет такие блюда создавать, как все будут падать. То есть он взял человек, просто съел и так, сосул. И все. Будьте шеф-повар, понимаете? Ну, то есть вы попытаетесь понять, что я не шучу сейчас, я вам серьезно говорю. Человек, у которого гениальная как бы способность готовить, он силу в этом имеет. Это всегда идет от сердца только, понимаете? А сердце нужно, чтобы оно созрело. У вас сердце, вот я сейчас вижу усталость просто, вы устали от жизни просто, вы не знаете, как дальше жить, у вас нет сил. Это от того, что вам не хватает оттуда, тяга слабая, понимаете, не хватает оттуда воздуха. В топке, чтобы горело, нужна тяга. Понимаете, трубу надо повыше сделать, и оттуда больше воздуха будет входить. И там в топке разгорится вот так. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Понимаете, почему люди так работали сильно в социалистическую эпоху? Потому что у них вера была в светлое будущее, понимаете? Тяга была сильная, и у человека разгоралось все, и он мог трудиться без остановки, радостно трудился. Поэтому песни такие радостные в той эпохе, потому что люди, у них была вера, понимаете? У них была сила внутренняя, душевная, менять страну. У нас такое развитие в стране было, вот где-то 50-е, 60-е годы. Мы всех просто до свидания сделали, весь мир. Понимаете, потому что такое, это шло от силы души. Люди верили в светлое будущее, и поэтому они так двигались вперед очень сильно. И все гениальные открытия в России, все гениальные песни, все это было вот в это время написано. Понимаете, самые лучшие певцы, актеры, музыканты, все вот в это время, все просто взорвалось. Почему? Потому что вот эта вот тяга из духовной силы, она в полной степени в этот момент наполнила страну. В полной степени. И вот эту тягу вам надо самому себе создать. И это создается с помощью общения. Тут у вас есть друзья, с которыми можно о духовной теме поговорить, нет? Вот общайтесь с ними, развивайтесь. Наставник есть у вас? Нет. Нет, ну как подарить его? Вот. Смотрите, метод такой. Человек сначала должен найти духовное общение. Вот знакомьтесь друг с другом, общайтесь. Сначала нужно духовное общение, просто друг с другом. Понимаете, все находится по мере необходимости. Вот, когда духовное общение есть, дальше человек должен искать сферу, в которой он будет развиваться. Это направление философской мысли, понимаете? Вот есть священные писания разные, есть Библия, Коран, там, есть Тора там, и так далее, понимаете? То есть священное писание – это знание, которое дает возможность развиваться. Это школа, есть разные институты, понимаете, высшие математики. Куда ты пойдешь, какое направление, это твое дело. Дальше в этом направлении есть уже учителя, преподаватели, которые тебя будут учить. Но пока человек не развился, он еще не знает, куда ему, в какую сторону двигаться. Хотя бы друзей найти, которые тоже двигаются в эту сторону. Если ты хочешь математически поступать, в школе должен быть хотя бы один друг, который тоже математически хочет поступать, тогда ты сможешь подготовиться к этому, развиться как-то. На наставника еще далеко. Наставника, чтобы принять, нужно в его направлении уже двигаться. Наставники все имеют свою традицию, свою религиозную культуру. Не бывает настоящих наставников, которые кирпичом по башке дал, и он стал ясновидящий. Это не наставники, а обманщики.
Наставник настоящий всегда в какой-то школе духовно развивается. У него есть свои наставники, есть знания, которые ему дают. Понимаете, это должно быть традиция очень отработанная, серьезная. Не бывает такого, чтобы знание пришло просто с потолка откуда-то. А до такой традиции серьезно, как человек должен сначала добраться, нужно сначала самому развиваться, просто работать над собой, чтобы куда-то пойти потом в каком-то направлении. А наставник, это физическое лицо должно быть? Есть образ какой-то? Образ может в психушку привести. Образ приводит в психушку обычно. Потому что вот смотрите, как бы у человека есть две силы, которые управляют им, сверхдуша и ложное эго. И обе силы дают образы. Вот допустим, если вы влюбились в девушку, она замужем. Если вы слушаете свое сердце, ваше сердце вам знает, что скажет? Я вам сейчас расскажу. У меня был такой случай. Когда девушка подошла ко мне и говорит, у меня, говорит, есть муж, мы с ним друг друга любим, вот, нам надо быть с ним вместе. Я говорю, в смысле, я не понял вообще, а как вы, почему вы с ним не вместе, кто вам мешает? Олег Геннадьевич, вы не понимаете, вот смотрите, в этой жизни у него есть жена и двое детей, а я несколько жизней подряд была его женой в прошлом. И в этой жизни мы тоже должны были вместе с ним встретиться, но вот эта тетка помешала. И теперь, Олег Геннадьевич, если вы нас благословите, то мы будем вместе уже и наплюем на эту тетку вместе с детьми. Пошлем их подальше, пинка под зад она получит. Нужны ваши просто благословения. Это мой муж несколько жизней подряд, понимаете? И стоит такой... И это вот результат вот этого вот. Понятно, да? Это ей сказала, как она говорит, сверхдуша. На самом деле это так работает эгоизм человека. Можно столько насочинять веселого, что мама дорогая. Поэтому я ей сказал, успокойся, он должен идти к жене, а ты должна идти искать себе другого. Да?